Привет, други, подруги, подружата! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Сегодня четверг и очередное видео в эфире. Мы решили сделать маленький выпуск, посвященный природе. Мы поедем на остров Паулина, который находится здесь рядышком. Это рядом с Линтон-Бэй. Есть такое место, которое называется Косик. Это все относится к Пуэрто-Линда, регион Колон. Собственно, Панама, то, где мы находимся сейчас. Мы решили поехать на остров Паулина, потому что Дина хочет собирать свои ракушки, у нее есть большая миссия, а у меня есть идея обойти этот маленький необитаемый островок по кругу. Но это еще не все. Мы сделаем офигенно длинный шутинг дроном. Тот, кто любит аэросъемку, может наслаждаться красивыми видами под музыку. Мы специально решили не вносить съемки в основной контент. Если вам надоело, вы его выключите. Если захотите посмотреть, тайм-коды, все есть, можете начинать смотреть прямо с этого тайм-кода. Ну что, друзья, поехали на Паулину и будем заниматься чем-то интересным. Погнали! Вот мы приехали на остров Паулина. Идет дождь. Мама огородная, какая гадость. Короче, это необитаемый остров. Чем он известен, я вам расскажу немножечко попозже, потому что нам нужно выйти на пляж. Сейчас я этот остров обойду полностью по кругу, и я хочу посмотреть, возможно ли это. Потому что здесь я еще такое не делал. Если мы посмотрим сюда, здесь джунгли, но так как здесь бывают змеи, мне идея вот туда лезть прямо сильно не нравится. Но если сюда прийти в другой одежде и другой обуви, то это сделать в принципе можно. У нас я сейчас встал под пальму, красота, с пальмы течет вода. Идет дождь, можно посмотреть сейчас, вон спереди, это все прямо затянуто. Но в тропиках дожди, они проходят быстро, поэтому сильно переживать по этому поводу не стоит. 10 минут, и на небе будет опять солнышко. А пока наслаждаемся погодой. Кстати, хотел вам показать, смотрите. Вот это на дереве растут орхидеи. Они растут прямо в дереве, то есть это, в принципе, паразит. Ну вот дождь уже у нас практически прекратился. Я думаю, прекрасная возможность обойти, попытаться, во всяком случае, обойти вокруг острова. Пока мы находимся на подветренной части острова, здесь волн особых нет. А если мы выйдем на наветренную часть, там, я думаю, будет прямо раздавать. Так, как бы тут пролезть? Ну что, как-то вроде пролазится, и вроде ничего ядовитого тут нет. Ну, пока, во всяком случае, на меня никакая змея не упала. Но пауки гадкие, конечно, здесь присутствуют. Сложную часть пути я уже только что прошел. Теперь идем на наветренную часть острова.
дохлый краб. Погода такая, я скажу, не прямо, что сильно доставляет удовольствие. Но раз мы уж сюда приехали, Дина приехала сюда собирать ракушки, а я обойду этот остров по кругу. Прямо ветром все камни такие разрушенные, все вымыто, никаких пальм нету. Хотя пальмы вот сбоку, но туда, как вы понимаете, идти сильно не хочется. Видите, эти низкие тучи, это с них постоянно сюда все течет. Я небольшой любитель дождей, хоть они здесь и теплые, но посмотреть, что здесь и как, в принципе, интересно. Так, момент. Мы находимся сейчас 9 градусов севера и 79 запада. Вот такой тропический островок, маленький, необитаемый. И я сейчас вот туда вот так пройду. А вот там, если посмотреть, посмотрите, сколько здесь дождя идет. То есть тут сейчас его меньше, что вот эта туча. А вот там прямо черная, там даже просвета нет. Там сейчас, конечно, наваливает сильно. Страшненько, страшненько. Здесь, кстати, камни другие, порода другая, и очень скользко. Прямо очень скользко. Ну вот так получилось, что дождь прошел, и у нас сейчас сразу стала нормальная погода. Но так как здесь мы находимся в красивом месте, вы видите, сюда волны приходят. Здесь для них западня, их сюда, видно, накидало. Они тут под камнем этим сидят. И вот у них маленькие есть даже. Ну ладно, это все не важно. Идем туда. Очень скользко, нужно ходить очень аккуратно. Вообще в обычных местах все окей. А здесь прямо за счет того, что видно сейчас low tide, вода на низком уровне. Бассейны. Вот я сейчас хочу туда попасть. Вот эта часть острова, это сюда постоянно приходит стихия. Здесь ничего не закрывает. И волны прямо херячат в остров. Надо туда попасть, посмотреть, что тут. Сейчас подойдем сюда, в этот бассейн, посмотрим. Потом так пойдем по всем скалам. Туда идем. Так как здесь все мокрое, сюда долетают волны. А тут, конечно, уже все сухо. Вау! Клево как! Прямо даже страшно. Вот идет большая волна. Смотрите, сейчас как бахнет сюда. Класс! Чтоб туда не смыло. Фух. Так, вот туда сейчас пойдем.
Текс, вот отсюда прилетают вот эти волны страшные. Круто, да? Прямо стихия, прямо стихиище. Вот еще большие идут. Туда хочу. Ну, вид отсюда, конечно, шикарный. На вершине этого маленького острова. Вот еще волна какая огромная идет. Класс! Круто, да? Офигенно! А вот там вот где-то Дина собирает свои ракушки. А на этой части острова вот тишина, спокойствие, а здесь происходит все вот это. Вот Дина там сидит. Я думаю, пришло время прийти на красивый пляж, откуда все путешествие и началось. Хватит туда заливать уже воду. Конечно, все такое ветром и волнами разбитое, но очень красиво. Такая дикая красота. Ну что, идем дальше. Тут вообще пару сантиметров. Смотрите, как мелко. И так ровно-ровно покрыто водой. Это ястреб, наверное, или какой-то орел сидит, кричит. Пальмы начались. Понять, что остров дикий.
Можно посмотреть, всякие пальмы валяются, просто все навалено, но это ветер. Здесь проходили сейчас тропические шторма, и там повалило какие-то деревья. Вы видите, какая эрозия у почвы. Деревья даже земли не касаются, только корневая система вниз уходит. Ну и волн здесь уже, соответственно, нет таких больших. Вот дерево. Кому смерть, кому еда. Это ракушки, которые сухопутные. Вот у них закрывается сама раковинка. А вообще они сидят здесь и вот питаются тем, что осталось на старых деревьях. Ну и вот после каменных джунглей мы ступаем в джунгли песчаные. Раз. Ну что, Диночка, как у тебя дела? Видишь вот этот прекрасный мусорок? Да? Вот. О, такие мелкие, так много. Да, это не сильно много, не так, как в прошлый раз, но я имею время сосредоточиться на микроскопических, а это мои любимые. Вот. Что это за звук был? Это я выбросил кокос. Блин, не пугай меня так. Ну, он идет. Я тут сижу одна, тебя нету. Я уже здесь. Сейчас расскажу. Ну вот, выходим сюда на наш... маленький пляжик на нашем секретном острове, на который почти никто не приезжает, потому что здесь очень тяжелый заезд. Посмотрите, как идут волны. Я уже когда-то показывал. Вот волны идут с этой стороны. А вот волны идут с этой стороны. И они встречаются. И с двух сторон выходят на берег. Но в этом случае на тузике заезжать достаточно тяжело, потому что его разворачивают постоянно в разные стороны. И еще, вот видите, там пена. Это рифы. И вот рифы. И здесь очень хитро нужно на тузике заезжать. Поэтому, когда здесь большое волнение, сюда заехать, ну, не получается. А когда волны, вот смотрите, они вот как сходятся между собой. Это очень редкое явление на самом деле. Наш с Диной островок. И сейчас еще у нас время цветения. Это трава, которая присутствует абсолютно на всех тропических островах. И вот у нас цветочки. И вот еще цветочки. Смотрите, какой красивый. Ну и туда джунгли. Там, кстати, цветы тоже эти же встречаются. Вот там видно беленькие. И еще здесь на пальмах растут орхидеи. Если я увижу, сейчас я вам покажу, конечно, но где-то я ее здесь видел большую. Дин, помнишь орхидею на пальме? Где-то... А, пальма упала это? Короче, пальма упала, которая была с орхидеей, с красивой, и все. У нас тут есть подозрение, что этот остров вообще используется местными для нелегальной... провозки всяких запрещенных средств из Колумбии. Потому что пару раз мы сюда приезжали, здесь были вырыты такие пару больших ям, но остров совершенно не заселен, поэтому я думаю, что здесь прятали, и потом те, кому надо, приезжали, их забирали. Но вообще, на самом деле, в Панаме это очень распространенное явление, и полиция очень с этим борется. На прошлой неделе задержали 1,5 тонны, просто лодка проезжала аэронаваль, так как Костгард здесь местный остановил и всех схватили. Но вообще Панама в этом плане, конечно, не самый безопасный регион, если мы говорим об этом самом трафике с Колумбии. Ты готова? Да, ставки обуты. Я сейчас разверну. Подожди, сейчас. Ждем волну. Волну, волну ждем. Ждем волну. Волна приходит. Тузик уходит. Тузик уезжает. Давай, запрыгивай, я в тапках. Нет? Да, давай. Это сейчас самая сложная часть, отсюда выехать. Здесь вон волны, смотрите, какие идут коварные, подлые. Ты палку, давай, может быть, ее это. Ой. Ой-ой-ой. Смотри, смотри. Вот такая вот история.
Да все, залазь, поехали. Ой, блядь. Ну что, остросюжетно? Ага, как всегда. Не появилось у меня желание сюда с тобой. Вот. Этого. Не очень грациозный. Потревожили. Трежоры свои мою. Это сегодняшняя коллекция. Мы сегодня были на острове Паулина. Сережа опять вызвался меня подвезти. Это единственный остров, куда я не могу позволить себе поехать самой. Там страшно парковаться. Я каждый раз еду и думаю, блин. И туда не в каждую погоду можно попасть, но там больше всего ракушек. Это у тебя будет картина какая-то? Это будет несколько картин. Что-то уйдет, что-то... Посмотрим. Какой-то сезон пошел, наверное, что-то цветет, очень много каких-то кораллов, губок и полипов, которыми кормятся ракушки, и они прямо сочнее и ярче цветов, чем обычно, то есть они более яркие. Покажи какую-то яркую. Тут у меня супер мелочь, если видно, вот они особенно яркие, вот эти, которые розовые, они первый раз в году такие розовые, обычно только рыженькие. А вот это что у тебя? Прямо сумасшед... Это опознавалка для них же. Это Orange Banded. Это не картина, это на фотографии двигаются ракушки. Да, это вот они. Я потихонечку опознаю свою коллекцию, хотя бы местную, потому что потом иначе будет сложно. У меня теперь все не смешивается. Атлантика, Атлантика, Карибиан, Карибиан, Тихий, Тихий, Индиан, Индиан. Ну, в общем. А не бедный. Ну, вот да. Это вот это же... Ну это снимется, эти я отдельно помою. Но видишь, тут два вида. Я решила захватить. Еще такая страшненькая одна ракушка. Пипиночка. Как дела? Хорошо. Ну что, вот наше путешествие на необитаемый остров Паулина закончилось. Я думаю, что это было интересно. Тебе понравилось? А, не брызгай меня. Да, конечно. Конечно же, Дине понравилось. Посмотрите, она вся в песке. Это мой любимый остров, где самое большое количество ракушек. Короче, друзья, лайк, подписка, колокол. Вы знаете, что делать. Знаем. Не брызгайся, убью. А сейчас будет драка, но это уже будет за кадром. Все, пока.